Гриш готов? Вова готов? Да. Русский кофейный напиток Раф Кофе, по легенде, появился в результате экспериментов в московской кофейне Кофе Бин в конце 90-х годов. Посетитель кафе по имени Рафаэль отказался от обычных кофейных напитков, и в результате эксперимента бариста появился кофейный напиток с более мягким и сладким вкусом, чем обычный кофе с молоком. Позже посетители, которым полюбилась новинка, стали просить кофе как Рафу, и постепенно название сократилось до простого Раф. Особенности этого напитка в том, что можно играть его ингредиентами и подобрать его под любой вкус. Людям, те, кто не пьют чистый кофе, Раф очень понравится. Попробуем и мы приготовить Раф. Добавляем в питчер молоко 200 мл, вспениваем. Затем в питчер к молоку добавляем сливки 50-70 грамм. Жирность молочных продуктов на ваш выбор, принципиального значения это не имеет. После добавляем сироп 20 грамм. Вкус сиропа на ваш выбор, можно добавить несколько видов. Теперь готовим эспрессо 70 мл и добавляем к остальным ингредиентам. После того, как крепкий двойной эспрессо объемом 70 мл смешали в питчере с другими компонентами напитка, осталось добавить сахар 1-2 чайные ложки. Последний штрих нашего кофейного шедевра – это вспенить и перемешать все компоненты. Если вы не любите кофе, как Рафаэль, то попробуйте Раф, и он непременно найдет место в вашем утре.